С вами, как всегда, Роман-602, и сегодня мы играем в игру Grandpa. И если вас что-то беспокоит, я сейчас просто с понедельника болею. А то видео, которое было вчера, оно было... Ну, или позавчера. Но в понедельник, которое было, оно было еще до болезни. Так, давайте найдем зеленый ключ и по-быстренькому его отправим вниз. Потому что он нам вообще не нужен. Так, тетю Мотю не роняем. Потому что в прошлый раз мы ее уронили случайно. Так, все, выкидываем. Поехали дальше. Нам нужен полицейский. Отбираем мертвого, полицейского. Чёртый ключ. Кстати, тут респауны не меняются. Это очень хорошо. Хорошо, что ты не закрыл глаза, потому что это хорошо. Это не то, что хорошо, это прогресс, блин. Так. Давайте тут выкинем. Ключ, выкидывай. Все, отлетел. Так, ну он дед нас убил. Так, все, проснулись. Поехали дальше. А дальше у нас вот списку дальше. Так. Милиционер. Так, милиционер. Так, тут нужен этот. Ясно. Ага, открываем. Сразу берем эту часть. И бегом, короче, вниз. Нам лучше бегу вниз. Так. Ой, дед! У нас что? Он сначала пошел куда-то не туда. Прикольно. То, что не прикольно. Да. Так, все, давайте опять. Все, приехали. Так, сундук закрылся. Все, ставим. Фигню. Открываем и отходим. Орёт. Да, орёт. Пусть он там орёт себе. Под ухо. Мы-то... Нам-то пофигу. Так. Лифт это загорожен. Да. Там собака на заднем фоне плакает, гавкает. У меня, но вы, наверное, не слышите. Так. Все, бегим. Прибежим. Беги. Наверх. А то, берем. А то нас, блин, дед убьет сейчас. Так. Можем спрятаться, но он уже убил нас. Так, ой, он опять нас убил. 25 раз он нас убил. Прикол. Окей, давай быстрее. А то я не выношу ожидания эти. Так, ну все, бежим вниз. Окей, ставим. В принципе, на этом можно закончить. Ускорение. Теперь будем проходить игру. Продолжаем. Так. Надо нам что-то все-таки найти. Так. А, мы еще этот. Бензопилу надо еще взять. Точно. Ну тогда побежали наверх. Потому что если... Кто ж... А, блин, дед там. Так, все закрываем. Там дед был. Так, давай. Ух ты, привет. Это медленный. Он не заметил меня вроде. Поехали. Так. Окей. Отлично все у нас. У нас все отлично, все. Рубим, сейчас все это сломается. Бах. Не знаю для чего, но это сломалось.
Все, прячемся. Я не знаю, для чего оно нужно, но мы на этом остановились как раз в таком моменте. Так, он нас заметил, все. Убил нас. Так. Хэппи Мил. Хэппи Мил. Окей, окей. Так, картину случайно уронил. Но я что-то ничего не нашел. Так, давай, прячься. Все, спрятался. Отлично. Дед, по сути, не должен нас найти. Он, кстати, может. Так. Открыл и меня убил через стенку. Окей, все, проснулись. Так, это что? А, мы этим ключом открывали. Точно. Окна, окна. Так. Окна, окна, га-га-га. Откуда и куда? Так. Здесь мы проверяли, вроде ничего нет. Ну давайте проверим. Если что-нибудь там наверху. Так, смотрите. Небо мы можем увидеть. Через разбитое окно. Окей. Так, тут ничего особо нет. Ну, не знаю, что это дает. А может, что-то дает, но мы не знаем, что оно дает. Короче, бензопила нам нафиг уже не нужна. Так, ага, смотрите. Ух ты, как пинает. Пинает он далеко. Да. Окей. Бам. А, дед! Ты откуда и куда? А он меня с ноги убил. Понятно. Он меня с ноги убил. Так, но здесь ничего нет. Видимо, респаун не меняется. Окей. Ну и это хорошо. Ну это. Окей. Открываем. Так, а что это? Бочонки, кровь какая-то тут. А, нифига это. Редкий. Красная, да красная. Прикиньте, ну меня дед убил. Красное на красном. Конечно, не заметишь. Хоть они как-то отличаются, но все равно думаешь, они по цвету крови. В принципе, чего особо. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я сейчас на тебя наступлю как. Так, я до тебя доступлю. Так, бумаги нельзя брать. Это что-то типа лазеров. Так. На. Так. Окей, открываем. Так. Ага. Так, а что тут у нас? Ничего. Окей. О, а что это там? Перо. Чернильница. Не, их нельзя брать. Ну тогда пошли на этаж выше, что ли. Кто там бегает? Так, чайник в виде. Ты чё там бегаешь, бегун? Так, ладно. Еще на этаж выше, что ли? Окей, уж придется. Я взял какую-то фигню. Не знаю, это от двигателя? Я как-то взял, даже не заметил. Так, и больше ничего тут нет. Но это окей. А-а-а! Ты чего? Крикун, блин. О. Бабка Гренни. Кстати, зубы как у бабки. Как будто бы. Нереально. Как будто бы у бабки.
Ну, не знаю, ребят, не знаю. В общем, кроватка, пианино, а на ней лом. Да не пианино даже, это как-то по-другому называется. Ну, точно, ну что-то типа пианино, но только это не пьяное пиво. Так, ладно. Тут нету ничего. Значит, окей, мы узнали, какие тут скримеры есть. Окей, давайте пойдем по этой стороне. Так. Это как? Чё, блин? Офигеть. Ты чё, идиот, что ли? Ну ладно, спасибо. Он меня закрыл здесь. Ясно. И все, конец. Все, гейм овер. Блин. А, не гейм овер. То есть тут можно погибать много раз. То есть здесь очень много можно возрождаться. Ну, окей. Окей. Узнаете? Да. Давайте это. Окей. Все. Бам! Что это мы починили? Можно двигатель? А что, двигатель сюда, что ли? Да, это... ты куда, блин? Идиот. А, так я должен эту стену, что ли? Вот я иди. Это как это она? Блин, а что мне делать? Она аж дорожит. Не понял. Вот там, вот вижу проход. Сейчас вот раздвину, как... Я, блин, как сейчас раздвигаю все это говно, это... Да, вот смотрите, уже кусочек выдвигается. Давайте ему поможем. О, наконец-то, блин. Кирпичики, блин. Так, топор, окей. А что топор, что и лом, практически. Смотрите, я просто пинаю кирпичики, как это, как какие-то, я не знаю, просто какие-то коробки. А то я не понимаю, почему они так, смотрите, как пинают. И они еще подлетают так. И я еще тоже вместе с ними. Ну, немного, но это фиг заметишь. Так, а эти... Ну, тут, видимо, нужен лофт. Лом, потому что тут лифт это. А эти точно нужно топором. Так, они куда-то подлетают. Я странно. Так, и это тоже. Все. То есть топор у нас есть. Окей. Это все. Давайте к этому детку отдадим. И давайте сейчас убьем деда. Деда. Так, так. Где он там наверху? Я знаю. Ай, вот его убей, его убей, его убей, убей. Нифига. Я его убил, и он меня убил. Это как? Простите. Так, этот ключ нам не надо. Окей. Окей, а что это с ним произошло, блин, я не понимаю. Так, тут нужен золотой ключ, ясно. То есть он что, появился снова, что ли? Ребят, на этом видео все закончилось. Всем удачи и пока-пока.